15 часов дня, где-то около 22 мороза. Ну и такое вот наше выживалово сейчас. Это вот дымка. Дымка от чего? От того, что разные слои воздушные, как бы холодные и более-менее подогретые, пересекаются. Плюс еще дымище от машин, выхлопы, смог этот висит. И вот смотрите, от ТЭЦ дымище висит, какой кочегарил. Ночью было холодно, ниже 30, 32 где-то. И вот она кочегарит сейчас, чтоб не заморозить, как в Подольске. Подмосковье. Все, страна нахер в разнос, да, Подмосковье, Подольск. Где-то там стратегические производства, завод патроны заморозили нахер под сотню домов. Нормально, блядь, все по плану, короче. Во. Там вот трубы видны, кочегарят. Из последних сил. Советские запасы устойчивости, техносфера в эту зиму, как говорится, где-то пережила, где-то не переживет. Везет просто, потому что нет снега, да. Просто снега очень мало. Тут еще начали ездить как бешеные. Новый год, надо новые деньги списывать. Начали ездить. Календарный, имею в виду, год. Эти самые, вон, бульдозера, которых не видно было ни хера. Вдруг они не видно было в прошлом году, когда снег падал. Зато сейчас они осваивают. Гребут то, чего нет, короче. Снега-то нет. То есть вот такая кипучая деятельность, короче. Я тут за хлебушком вышел. Ну и вот, смотрите, пятерочки до нас докатились в этом году, в том году пооткрывались. Как во всей стране стало. Удивительно стандартно. Померзли хачики. Ну, у них где-то вот здесь вот бизнес, вон он, фруктовый рай. Так что они просто забились от холода под крышу. Не так у них. Сбер тут ошкуривает по-прежнему. Сбер. Кстати, сука, Сбер в этом году перестал перечислять донаты. Вот сейчас лаюсь, короче, почему донаты с Бусти не проходят, не знаю. Послал претензии. Так что, видите, тоже, короче, все хитрят. Вчера было гораздо холоднее на берегу, у меня руки мерзли. В это же время я с трудом. Я еще, кстати, не закачал, но закачаю, может быть, с трудом. Как говорится, отснял короткие всякие моменты. Сейчас вот пойду настраивать проигрыватель. Просто я что-то ночью не выспался ни хрена. Хотел все дела делать до обеда, но не получилось. И вот сейчас пойду продолжать с вертушкой, с этой, с новой, эксперименты. Разбираться с механикой и так далее, короче. Так что, если любопытно будет, вы это увидите в стриме, либо на Бусти где-то посмотрите.